Всем привет. Просохло наше крыльцо. Вот ступеньки уже попросыхали. Занесли уже плитку. Вот. Сейчас будем укладывать. Плитка будет в шахматном порядке. Вот здесь один цвет. Здесь будет чуть другой цвет плитки. Набралась походу по акции. Как бы недорогая. Да и в шахматном порядке, потому что она там размером не играет. Вот там тоже в тех у него там на тех ступенях тоже все в шахматном порядке, но сказал сделать в шахматном порядке. Вот. Сейчас у нас уже 15.04. Попробуем до 9 все это дело заклеить. Процесс укладки плитки идет и очень быстро, можно сказать. Мне кажется, даже сегодня получится еще ступенник поклеить. Вот здесь оно подстегает быстро. Плиточка. Плитка 43 на 43. Вот. Здесь в шахматном. Так, здесь цвет светлее, здесь темнее. Время где-то только 5 часов, по-моему. 5 где-то, 5:30. Думаю, до 9 успеем. Так, 9 вечера. Что у нас получилось? Ступеньки уже практически заканчиваем. Здесь. А? 4 дня, блядь, до 9 вечера. Так, а мы и начинали с 3:30. Клеить эту плитку. Здесь, конечно, нижний вот какой слой будет. Сейчас промажем. Юрич говорит, нижний ряд будем в кубатуре считать, а не в квадратуре. Вот. Тут, короче, будем вот это все по ходу. Вот этот вот здесь практически заподлицо. А здесь развернутые сами ступени. Здесь выступать будем, наверное, на штукатуре, только, наверное, скорее всего, клеем. Вот. И здесь тоже у нас получается заподлицо. А здесь выступает вот на сколько? 3 сантиметра. Вот и придется все заштукатуривать. Ступеньки без уголочков. Так, заказчик сказал, это для отдыхающих, говорит, и так красота будет не написанная. Вот, терраса под уклоном, где-то 1 сантиметр уклона идет, 1.5 с того угла сюда, 1.5 сантиметра, и здесь маленький уклончик сделали на вот этом заплечике. Вот так, здесь светлее у нас плитка, вот, а здесь темнее. И на низ, получается, не хватает, тоже светлой будем, я не знаю, тротуарка где-то поднимется до вот этих пор, наверное. Он говорит, заклеивайте вот этой светлой, да и будет нормально. Вот так. Это сколько мы по времени с пол, ну пускай с 4, 5 часов времени. Это 1, 2, 3, 4, 5, 5 ступенек с подступенником и терраска, я знаю, здесь квадратов 6, наверное. Вот так вот. Все. Затрем. И потом уже посмотрим окончание. Там еще будет сапожок. Где-то, наверное, вот такой вот. С этой коричневой. Не коричневой, а темной. Вот так вот. Еще поклеим сапожок. Вот. И вот так вот будет выделяться сапожком.